Добрый вечер. Видеообзор на монитор Acer X203WSD. Задний шильзик. Так, внешний стиль задний. Тут два входа. HDMI. Нет, к сожалению, VGA. И старый DVI. Внешнее состояние. Включим сети. Из-за отсутствия на филиале кабеля, мы, к сожалению, не можем его проверить, но при приемке был подсоединен к системному блоку, который был на продаже, и был полностью проверен.